В эти 4 дня и 3 ночи в почетном карауле у гроба Владимира Ильича стояли рабочие московских заводов, делегаты съезда Советов и те, кто были соратниками Ленина. Умер Ленин. Точно разрушилась центральная станция пролетарского ума, воли, чувства. Камнем, глыбой ложится эта смерть на сердце каждого. Нечеловечески тяжело. Никто никогда не переживал таких жутких минут. Всенародная скорбь, величайшее горе. О многом говорят и свидетельствуют эти потрясающие кадры. Увы, большинство из них зрители видят впервые после 1924 года, 6 десятилетий спустя. Все же сохранились эти незабываемые кадры. В Доме Союзов было все очень хорошо, и торжественно, и необычно. День и ночь шел мимо народ, смотрел на Ильича и плакал. На улице был страшный мороз, но никто не обращал внимания. Улицы были залиты народом и веяло дыханием революции. Точно 1917 год. что смерть Ильича сплотит партию и поднимет работу. Хоронила Ильича единая партия, и плакали одинаково все. Спешили с вокзалов посланцы далеких сел и делегации из зарубежных стран. Еще больше их было в пути. Не было ни города, ни деревни в Советском Союзе, не было такой страны на карте планеты, где бы не отозвалось с печалью известие о смерти Владимира Ильича. Просим отсрочить по возможности на несколько дней похороны товарища Ленина, дабы дать возможность делегации французского пролетариата принять участие в похоронах. Дайте срок проститься с Владимиром Ильичем. Об этом просили в тысячах телеграмм, которые поступали в Москву со всех концов света. Так возникла мысль о сохранении тела Ленина. 25 января Президиум ЦИК СССР постановил гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Не все приняли это решение. Особенно возражала Надежда Константиновна. Ей казалось, что мавзолей открывает путь к превращению Ленина в икону. А этого Крупская больше всего опасалась. Шумное прославление, чрезмерное почитание какого-нибудь революционного деятеля вызывало у Владимира Ильича всегда замечание. Ну, превращают в икону. Строительство мавзолея между тем уже началось. Проект в одну ночь создал архитектор Щусев. Строили лучшие русские мастера. С ними венгерские коммунисты во главе с Белакуном. Пришли поляки, австрийцы, финны. Тягостная это была стройка для пролетариев всех стран. Мороз 28 градусов, и гвозди примерзают к пальцам. В ночь с 26 на 27 января вбили последний гвоздь. Доступ в колонный зал прекратился в полночь. 5 миллионов человек в эти 3 дня и 4 ночи прошли у гроба Владимира Ильича.